принцесса, очаровательная, прекрасная, красивая Лейла Алиева. И мы точно знаем, что пока Лейла не сфотографируется со всеми поклонниками, почитатели ее жизни, ее творчества. Лейла пишет потрясающие стихи. Мы сейчас узнаем. Я помню вчерашний день. Мне пришлось за Лейлой ходить самому, потому что ее ни в коем случае не отпустит азербайджанская публика. А также Мурат Бабаев на дорожке. Здравствуйте. А пойдемте. Мурат один из основных организаторов. Под руку возьму ради парочки вопросов. Мы будем медленно идти, чтобы вы смогли сфотографировать, но все-таки я буду вести. Юля, а ты понимаешь, что все-таки это говорит о том, что наша красная ковровая дорожка подходит к концу? И если до этого мы с тобой не очень переживали, потому что все-таки 4 дня, а здесь все, последняя красная дорожка. Лейла, берите под руку. А скажите, как же вы ходите по улицам, если вот так невозможно сделать одного шага? То есть счастье. А рады ли вы тому, что в нашем 21 веке появились телефоны? Потому что теперь все просят сделать селфи, а раньше все просили оставить автограф, а это чуть дольше. Это так приятно, что мы можем доставить такой мелочи друг другу столько радости. Это, знаете ли, мелочь не для всех. Для этих людей это совсем не мелочь, это настоящее счастье. Мы верим. Ну что же, мы оставим Лейлу фотографироваться, потому что мы уверены, это займет огромное количество времени. Юлечка, подойди сюда, сдерживай слезы. Я понимаю, да, красная ковровая дорожка заканчивается, но впереди еще умопомрачительное выступление огромного количества артистов, которые будут петь песни Григория Лепса и, конечно же, свои хиты. Но я все-таки хотела бы пообщаться, правильно? Мы ждем, давай я попробую. Лейла, добрый вечер. Позвольте, пожалуйста, на одну минуту, так как все уже очень ждут концерта. Гости Азербайджана, гости Баку ждут, когда начнется мероприятие. Я вам обещаю, вот я на 2 секунды. Вот я не умею, скажите, могу так девушку схватить. Ты же скажите, сильной рукой сделал. Как вы справляетесь с такой огромной любовью? Посмотрите, как вас любят. Вам всегда так аплодируют. Вас просто все желают видеть, общаться, делать фотографии. Да, спасибо за эти слова. Это самое большое счастье. У вас потрясающие стихи. Я вчера перелистала ваш инстаграм. Много очень читала. Что вас вдохновляет? Жизнь, любовь, красота. Все. Поэтому вы так светитесь. Красивый человек, красивый во всем. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Спасибо огромное. Желаю прекрасного вечера всем. Спасибо, а мы желаем хорошего вечера вам. Наслаждайтесь. Мы понимаем, что Лейла сможет насладиться концертом где-то только через час, потому что прямо сейчас она будет очень и очень долго фотографироваться.